Всем здорово, пацаны, с вами я Кирюха, и сегодня у нас РПшечка по ФСС-17. Что, сегодня вот на таком манчике поедем в пивзавод, то есть нам надо отвезти груз, который здесь находится. Вот, вы также не забывайте подписываться и ставить лайки. Что, не смею вас задерживать, ехать нам вот сюда в пивзавод, как-то так. То есть мы сейчас отвезем с вами груз отсюда до пивзавода, и от пивзавода отвезем обратно сюда манчик, и все. Что... Заводим. Чем подсветочку. Что, поехали? Так, куда нам ехать-то? Что-то я так и не знаю. Так. Вот мы с вами вот тут стоим. Нам надо завернуть направо. Кометочку можно поставить. И в завод. Вот сюда нам ехать надо. Что-то я забыл, как карту включить. Так. Опа, я тут денежки накрутил чуть-чуть. Так, нам с вами вот сюда, да? Да, нам с вами вот сюда. Ну ничего, денежек чуть-чуть поднакрутил. Так, что-то я забыл, что мы едем с грузом. Поэтому надо быть аккуратней. Поворотник, подождите. Вот сейчас будет тяжело на самом деле, потому что разобраться, потому что я туда ни разу не ездил. Так, нам с вами вообще по сути так-то надо направо. Правильно, правильно. Зря только поворотник включал. Налево. Сейчас нам налево с вами давить или нет? Вроде правильно едем. Впервые везу. Вот решил устроиться, отвезти один груз. Посмотреть, чё как. Вроде нормально. Вроде отлично. Да, да, все правильно, едем с вами. Все отлично. Так, нам с вами. Да, все правильно, все отлично. По кайфу, чё. Нормально, манчик рвет. Вы также не забывайте подписываться на друг симулятор, ссылочка в описании. Извиняюсь за вот эти. Так. Все, спокойненько едем. Я думаю, так ехать нам недолго. В принципе. Мне вообще прям нравится вот это село. Сибагроком. Вообще прям топчик. Те, кто не знают, я снимал обзор на эту карту. Небольшой обзорчик, но обзорчик был. Могу еще раз снять обзор на эту карту. Если вы хотите, пишите в комментариях, снять ли обзор на эту карту. Вот. Если будет много комментариев, сними обзор на эту карту, то я с радостью сниму обзор. Вот. С вас главная активность и лайки, и комментарии. И все, в принципе. Чем больше лайков, чем больше просмотров. Ну и чем будете больше писать комментариев, выпусти ролик. Вот, также если хотите ролик с вебкой, то обязательно пишите. Ну, в общем, чем больше лайков, чем больше просмотров, тем быстрее выйдет новый ролик. Так, мы уже подъезжаем к пивзаводу. Отлично. Извиняюсь, если что, чуть-чуть за подлагивание, карта прогружается, поэтому, ну, такие подлагивания есть небольшие, но это ничего страшного. Все, мы приехали в пивзавод. Чем поворотник. Заезжаем. Так, куда нам сейчас тут? Я не помню на самом деле. По-моему, куда-то туда надо ехать. Так. Вот, да, вот здесь вот сейчас с вами выгрузимся. Так, подождите, нет. По-моему, надо вот сюда вот заехать. Ну, вот сейчас вот сюда встанем и разгрузимся. Сейчас пойду скажу.
Так. Сейчас учимся. Мужики, можете разгружать. Ага, все, окей. Че они сказали, разгрузят? Давайте пока вам покажу пивзавод, пока не разгружают. Ну, на самом деле, любители пивзавода, я думаю, многие. Пивзавод выгружаться, медсахар. Ну, у нас медсахар с вами. Вот такая у нас... Вот такой вот заводик. Прикольный. Так, тут что у нас? Само пиво. Ну, это потом. После ролика уже. Можно будет, но не сейчас. Что они выгрузились? Видимо, да. Сейчас пошлите спросим. Тут, в принципе, выгрузиться не тяжело. Вы выгрузились? Ага, все хорошо. А что по деньгам? Понял, понял, все. Ну, короче, на карту перекинут этому, то есть самому главному, и потом он мне даст эти деньги. Ну все, отлично тогда. Главное тут сейчас не залохонить. Поехали. Ой-ой-ой. Аккуратно. Че, сейчас едем обратно до базы. И из базы уже поедем. Ну, и до базы доедем и закончим на этот ролик. На этом ролик. Недолгие серии получаются, но две фермы подряд, считайте, это вообще супер-пупер. Как бы ставьте лайкос. Не забывайте. Сейчас быстренько доедем до базы, в принципе. И все будет паучком. Так. Чуть-чуть осталось. Ну как, чуть-чуть только выехали. Ну, нормально мальчик топит. 80 км в час. Нифигово. Хоть и ограничение всего 60, а я тут под 80 херачу. Но ничего, мне можно. Так, аккуратненько тут. Давай. Давай на обгончик его возьмем. Все, давай. Люди такие думают, бешеный какой-то человек едет на мане. Ну так оно и есть на самом деле. Опа, 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 чуть не улетели, вы посмотрите. Сейчас бы улететь вообще не хватало мне. Бензина у нас дохерище, 396 литров. А то, как вы помните, в прошлой серии у Артема бенз закончился, и мы поехали с ним. Ну, поехали до заправочки и заправили ему 75 литров. Кто не смотрел прошлую серию по ферме, обязательно смотрите. Ну что, мы уже сейчас подъедем к базе. Так, аккуратно тут. А то я помню, мне рассказывал Кент, как тоже спускался вот, то есть с поверхности, ну вы поняли, вот так вот спускался, и у него просто тормоза отказали, вы прикиньте. Так, а куда тут ехать, я не помню. По-моему, сюда. Все, окей. Едем. Едем. Ой-ой-ой, ты чё, залагало что-то жестко. Карта прогружается, сами понимаете. Ты пешеход, блин, ладно. Моя уже ошибка, что-то подлагивает чуть-чуть, ну и ничего страшного. Как бы карта большущая, поэтому и подлагивает. Так. Что-то я вообще забыл, куда нам ехать с вами. По-моему, сюда. Окей. А, ну да, все правильно, едем. Включаем поворотничек. Заворачиваем аккуратно. Так. Все, мы приехали с вами уже. Вот так вот быстро. Давайте быстренько. Вот так вот. Аккуратненько. Включаем поворотничек.
Эту не поднимешь? Аккуратно там. Так, все, окей. Сейчас давайте встанем вот тут. Вот так вот. Все, приехали с вами. Вот на таком вот мальчике мы с вами гоняли. Сейчас пойдем. Пойдемте, я скажу то, что я все сделал. Такой не туда пошел. Сейчас тут передам. Ну все, я приехал, груз отвез. Все, хорошо, понял. Ну сейчас придет, короче, главарь. Даст мне денег. За работу. Ну что, на этом у нас все, пацаны. Вот такая вот серия получилась. Хоть и тут показано у нас то, что мясо там всякое вот. Но мы с вами ездили в пивзавод. Что, подписывайтесь, ставьте лайки. Также ссылочка в описании на Андрея Симулятор. Что, всем спасибо за просмотр. Всем удачки и всем пока-пока.